Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем небольшую обучающую такую встречу, на которой я расскажу вам про диагностику кровли, которую мы проводили в районе Лиговского проспекта Санкт-Петербурга. Есть на этот счет отдельный видео, на котором я рассказываю и показываю, что мы обследовали. И по окончании этого уже наружного обследования мы сделали, соответственно, для заказчика специальную такую, можно сказать, диагностику кровли, но уже на бумаге. То есть это дефектная ведомость. Для того, чтобы заказать диагностику кровли, обследование стоит 10 тысяч, но можно, если вы сфотографируете свою кровлю, по крайней мере, чтобы было 3 фото, желательно, чтобы полностью охватить площадь кровли, как бы вид сверху, ну и пару проблемных мест поближе, чтобы можно было оценить размеры, какие у вас проблемы. А также еще необходимо пару фото сделать, если у вас какая-то серьезная протечка еще со стороны тех этажа или чердака. Проблемы на кровле, которые встречаются, они бывают разного свойства. Это и протечка, и ржавчина, и появился, даже и мох появляется. Прогнулся карнизный свес. Это происходит из-за того, что по нему кролички, или, сказать так, не настоящие кролички, просто неосведомленные люди в этом деле, бьют ломами для того, чтобы отскочила сосулька. И провисание подвесного желоба происходит тоже по причине того, что вовремя снег не сбрасывается, нет греющего кабеля в желобе, и происходит, соответственно, появление таких неприятных вещей. Ну вот после осмотра кровли мы посмотрели, когда все, и вот такая вот небольшая дефектная ведомость. Вот. Единственное, что здесь не хватает объемов, то есть погонных метров и площади. Но это все при желании можно посчитать. По поводу протечек. Вот основная протечка, она появляется только зимой, потому что вот временность тут сейчас сделали. Из ЖЭКа приходили кровельщики вот этой черной мастикой. Она битумная, и ее применять можно, конечно, для металла, но нежелательно. Она быстро очень на солнце нагревается, тем более, что металл нагревается больше 100 градусов. И она не особо долговечна. Поэтому это как временно можно применять, как альтернативный вариант, но для фальцевой кровли есть специально мастика, она называется полиуретановая или тиаколовая. Вот здесь показаны протечки, которые от лома, которые на настенном желобе, которые на свесе имеются вот красными такими стрелками, и протечки лежачих пальцев на лотке водоприемном водосточной трубы. Это лежачие фальцы по периметру лотка. Это происходит на чердаке. Но это, конечно, ужасное состояние. Это и стропилы, и обрешетка. И они практически, ну, вот если гвоздем проткнуть, они где-то уходят на 2-3 сантиметра внутрь. В
мы проверяли, то есть это срочно надо ремонт стропильной системы, потому что все это спертый воздух говорит о том, что здесь нарушена воздухообмен. Вот. То есть недостаточно слуховых окон, недостаточно подсоса воздуха от стен. Вот. И эти все проблемы, они не решаются и усугубляются. Ну и жильцы уже сами ставят такие вот тазики, кастрюльки, чтобы как-то уберечься, уменьшить проблему протечек. Ну, если вам интересно, мы можем взяться за любую фальцевую кровлю, которая имеет протечки, и организовать работу на месте. Для этого нужно составить договор, получить нам предоплату для материалов и доставки. Затем мы начинаем выполнять кровельные работы согласно перечню работ в договоре. И по окончании работ подписывается акт принятых работ по приемке всех кровельных работ и уплачивается остальные 50%. Для дополнительных работ всегда, когда вскрывается кровля, оголяются места, и даже, казалось бы, там нет протечек, где даже тоже появляются какие-то проблемные места. Поэтому первоначально всегда кажется объем работ небольшой, но после вскрытия кровли, это вскрытие покажет, вот обрешетку, стропила менять, ну и прочее, все это. Кроме этого, старые колпаки. Мы изготавливаем колпаки, красим кровли, красим дома, ремонт кровли на бане в готовом домике, гостевом. То есть все работы, весь цикл работ по фальцевой кровле выполняется. Но это уже для физических лиц. Ну и для того, чтобы нам провести диагностику, звоните по телефону +7 911 239 84 57. Вот. Приблизительная стоимость работ по фальцкровле 650 рублей квадратных метров. Занимаемся также мягкой кровлей 450 рублей квадратных метров. И консультация 300 рублей академический час, но это 45 минут. Пожалуйста, обращайтесь. Консультации для вас бесплатно. Спасибо за внимание.